нас есть инструменты внешние и инструменты дисциплины мышления. Что такое внутренний текст? Берем самое обыкновенное простое слово. Например, это слово, которое мы используем ежедневно – «здравствуйте». Как вы думаете, какое количество смыслов можно вложить в одно слово? Ну, единицы, десятки, сотни, тысячи. Что? Это понятно, да. Предположим, один вариант – пожелание здоровья человеку, еще какие? Но это прямой. Приветствие. Приветствие. А можно ли оттолкнуть словом «здравствуй»? Можно. Можно ли, например, пожелать человеку недоброго или наоборот пожелать ему долгих лет жизни, не просто как пожелание здоровья, да, а, соответственно, вложить в это там множество смыслов, множество этапов, да? Конечно, можно. И вот чем больше у вас будет вот этих маленьких деталей за каждым словом, тем искреннее оно будет и понятнее каждому человеку. Есть ли технология, которая дает возможность сделать это подробно? Конечно, есть. Эта технология используется ежедневно. Это тот самый внутренний текст, о котором я говорил. Вторая технология, которая дает нам возможность построить дисциплину мысли, это действие, внутреннее действие. Что такое внутреннее действие? Ну вот, представьте себе, если я хочу оттолкнуть человека, например, да, я затрачиваю на это какое-то количество физических усилий, да? То есть мне нужно, там, предположим, упереться ему в грудь, столкнуть его и так далее. Если я не могу сделать это действие, ну, в беседе, предположим, это неприлично, да, толкаться, как это делают многие наши политики на экране, я могу подготовиться к этому действию, вложить нужное количество усилий для того, чтобы, соответственно, совершить это действие внутренне, и тогда человек, который наблюдает за нашей беседой, будет полностью уверен в том, что я оттолкнул своего собеседника, но само действие не будет произведено. Станиславский в свое время говорил о том, что основной девиз его жизни и девиз любого человека, который работает с аудиторией – быть, а не казаться. То есть, по сути, это вопрос веры тому, что ты говоришь. Если ты истинно веришь в то, что ты сказал, если ты целиком полностью в это погружен, то ты, естественно, увлекаешь за собой человека. Если у тебя есть сомнения, или ты просто произносишь текст, ты, естественно, не получишь отклика в душе человека, потому что он чувствует фальшь. И как любая сложная работа, она возможна в виде тренинга. То есть вы можете ежедневно тренировать свои душевные силы для того, чтобы у вас была возможность совершать вот это вот внутреннее действие намного больше, как это сказать, намного большего уровня, да? То есть, если, соответственно, вы можете оттолкнуть, вы также можете и призвать к себе человека, да? Ну, как это сказать, одобрить его, предположим, погладить внутренне, да, соответственно, или посочувствовать ему. Все, что предлагал Станиславский в свое время, это так называемые оглаголенные существительные действия. Если вы хотите как-то воздействовать на человека, не манипулировать только, да, а именно получить отклик, вам нужно представить себе оглаголенное существительное в ваших взаимоотношениях. Ну, это вот то, что я и говорю, там, например, это оттолкнуть или приблизить к себе, или, соответственно, привлечь внимание. По сути, глагол, который, в принципе, можно выразить одним словом, если вы захотите это делать кратко. Какие существуют для этого тренинги? Самая простая вещь – это разбор текста. Как говорили все хорошие ораторы, хорошая импровизация должна быть тщательно подготовлена. Просто человек, который от Бога импровизатор, выходящий на публику, не подготовивший свое выступление, тщательно с ним не поработавший или не презентовавший его многократно, естественно, будет в очень тяжелом положении. Например, самые простые вещи, которые вам всем известны, например, когда вы выступаете перед большим количеством людей или хотя бы перед небольшой группой людей, возникают такие вопросы: куда мне девать руки?
да? Как мне не покраснеть, как мне не сбиться, как мне не переключиться на какую-то другую мысль, которая вдруг появилась у меня. Такие простые вещи, бытовые, но они так мешают, когда ты пытаешься пробиться, особенно через агрессивную аудиторию. Люди, которые пытаются тебя сбить, они понимают твои слабые места, они их видят сразу же, они ими пользуются. И, например, такие манипулятивные технологии, которые дают нейролингвистическое программирование, вы знаете, например, если кто-нибудь когда-нибудь с этим сталкивался, это система американская, там предлагается входить в резонанс, например, с собеседником, отзеркаливая его позу. Да? То есть, например, если ваш собеседник сложил руки на груди и наклонился к вам, вам тоже нужно сложить руки на груди и наклониться к нему, например. Но, как показывает практика, это такие костыли, которые только раздражают собеседника. Потому что через несколько слов он начинает понимать, что его отзеркаливают. Его это раздражает, ему кажется, что его передразнивают и так далее. Поэтому у вас будет получаться хороший диалог и хороший контакт. Прежде всего, в том случае, если это не становится набором приемов, когда это становится вашим мировоззрением, когда вы действительно истинно слышите собеседника и истинно хотите донести ему свое сообщение. Давайте поэкспериментируем с тем словом, которое мы уже пытались разобрать, со словом «здравствуйте». Ну вот мы взяли несколько различных значений, которые могли бы быть у этого слова. Давайте посмотрим, какие это могут быть значения. Например, я сейчас буду произносить это слово, вкладывать смысл, а ваша задача расшифровать, какой был этот смысл. А потом вы сами попробуйте, хорошо? Итак. Здравствуйте. Здравствуйте. Что я хотел сказать? Как это было воспринято? Не могу. Да, прошу вас. Я тебя не видел, что это еще высокое не видел. Ну да, это попытка привлечь внимание сначала, а потом укорить человека за, например, за то, что он опоздал или не пришел. Да, что-то сделал не так. Хорошо, следующий момент. Здравствуйте. Не совсем заискивание, скорее. Да, скорее попытка расположить все человека. И вот второй вариант. Казалось бы, такое же искреннее движение, но немножко более подробное. Например, здравствуйте. Чувствуете? Вот это уже ближе к заискиванию. То предыдущий вариант был не настолько, как вам сказать, подчиненному варианте. Да? То есть у нас существует такое понятие, как пристройка сверху в диалоге и пристройка снизу. В принципе, в любом диалоге всегда существует человек, который ведет, и человек, который позволяет себя вести. Если вы позволяете себе сразу пристройку сверху к собеседнику, это может вызывать раздражение, но вместе с тем может вызывать интерес. Для того, чтобы выбрать эту пристройку, как вы думаете, что прежде всего нужно сделать? Да, прежде всего вы должны точно оценить ситуацию, понять, кто есть собеседник, заявить, например, свой статус в данном диалоге. Если вы заявляете свой статус сразу же как непререкаемый авторитет в данном, так скажем, в данной области, то, скорее всего, вы наткнетесь на противодействие собеседника, если, соответственно, он вам не давал такого права. Если же вы хотите все-таки заявить свой статус и имеете на это право, но не хотите вызывать сразу же негативные реакции, имеет смысл сделать это многоступенчатее. Предположим, вы действительно непререкаемый авторитет в той сфере, в которой вы ведете диалог. Но если вы войдете, предположим, как нейтральный собеседник, например, вы знаете, я, конечно же, являюсь для некоторых людей, может быть, достаточно интересным собеседником. Но учитывая, что в нашей жизни существует
масса информации, которая не всем доступна, а у меня был доступ к этой информации в течение 25 лет, я думаю, что мое мнение было бы вам интересно, если вы позволите. Понимаете, из нейтральной позиции вы можете добирать немножечко сумму, в которой вы капитализируете свою позицию, и потом уже вам дадут этот кредит доверия, и это даст вам возможность разговаривать и вести этот диалог в том направлении, в котором вам удобно, а не в том направлении, в которое вам укажут, в том случае, если вы сразу же вошли в контакт. Итак, вот было самое простое слово «Здравствуйте». А можно ли в паузе, в молчании взять внимание или, соответственно, воздействовать на аудиторию? Конечно же, можно. И более того, насыщенная пауза – это очень большая часть любого диалога и публичного выступления. Как получается насыщенная пауза? Прежде всего, если вы очень внимательно продумаете паузу, то есть внутренне продумаете то, что вы хотели сказать на самом деле, она станет настоящей, она станет истинной. Давайте посмотрим. Вот, например, я сейчас какую-нибудь незначительную фразу начну и... Видите, пауза пустая, непонятная. Я теряю внимание, я теряю аудиторию, и видно, что я в этой паузе не очень ловко себя чувствую. Если же я в этой паузе повешу мысль, которая для меня важна, эта пауза пролетит незаметно, и она будет для вас очень большим подспорьем. Это будет как бы кирпичик в тех словах, которые вы выдаете для публики. Каким образом это делается? Точно так же, тем же самым внутренним текстом, который мы сегодня с вами будем тренировать. Если вам будет это интересно, мы прямо проведем по этому вопросу тренинг на каком-нибудь нейтральном тексте. Теперь, еще такой вопрос. Интересовала ли вас когда-нибудь возможность сделать материальную мысль вашего собеседника, рассмотреть ее со всех сторон, почувствовать, что на самом деле для него важно? Ведь это же так важно в диалоге, когда вы понимаете вашего собеседника. Ведь это нужно для вас или нет? Вы хотели бы понимать вашего собеседника лучше, чем себя? Я думаю, что это было бы очень важно, и это было бы действительно нужно, если бы вы получали настоящие знания о том, чего хочет человек. Потому что именно в его желаниях можно найти путь совместного решения его проблем. А ведь это именно то, что ему нужно от вас. Когда он входит в диалог, он ищет, скорее всего, какой-то путь, который вы можете ему указать. Но для этого он должен показать настоящие свои проблемы. Потому что если он будет говорить о том, что ему холодно, а вы, соответственно, скажете: вы знаете, я нашел такое место там в холодильнике, вот мне уютно, я в тулупе, все в порядке, да, вы его туда потащите, он туда не пойдет ни за что в жизни. Даже если ему туда в результате надо, вы знаете. Но если вы знаете, что ему нужно тепло, вам не придет мысль в голову тащить его в уютный холодильник, даже если там действительно то самое место, куда ему надо. Понимаете? Так вот. Диагностика того, что думает человек, это тоже суть наших исследований. Самая простая вещь, которую вы все знаете с детства, вы знаете, что глаза – это зеркало души. Слышали такую фразу? Так вот, глаза – это действительно зеркало души, но как это проявляется? Может быть, вы слышали, опять-таки, перелетим через океан нашим друзьям, так скажем, с Запада. Вот в нейролингвистическом программировании существует понятие «ключи глазного доступа». Слышали когда-нибудь об этом, нет? Ну, это манипулятивные технологии. Я расскажу вам вкратце. В конце концов, вам с этим придется сталкиваться, лучше знать врага в лицо. Итак, ключи глазного доступа по нейролингвистическому программированию – это возможность отследить броски глаз и разложить их по, так скажем, по классификации. Есть четыре классификации основные. Это визуальное восприятие, аудиальное, то есть слуховое восприятие, аудиодигитальное, это
с просчетом вероятности. И кинестетическое восприятие, соответственно, ваших слов. Они так прямо считают. Говорят, если ты опустил глаза вниз, ну все, ты кинестетик. А кинестетик – это в смысле вот на ощупь ты ощущаешь все, да? То есть к тебе, значит, нужно обращаться такими словами, которые близки к кинестетическому восприятию. Например, ты ощущаешь движение времени, да? Или если ты получаешь информацию на слух, послушай, а если ты воспринимаешь с их точки зрения информацию на визуальном канале, то ты должен говорить, тебе нужно говорить «посмотри». Это тоже костыли. В результате в жизни это, мягко говоря, плохо применимо, потому что сначала они должны отследить эти самые броски глаз, причем, как вы понимаете, там работает статистика, то есть их надо набрать большое количество, потом, соответственно, проанализировать и потом выдать, соответственно, какой-то ход. Так вот, в жизни все несколько иначе. Человек прежде всего своими глазами определяет объекты, которые ему интересны. Да? Когда вы, соответственно, беседуете с человеком, он начинает прятать глаза, это говорит о том, что ему не очень интересна тема разговора. Если он прячет глаза вниз в пол, это означает, что он еще вас боится вдобавок. Ну, то есть, он не может вам возразить, ему очень неловко в данной ситуации. Если он отводит глаза наверх куда-нибудь, он показывает, что ему не очень интересно то, что вы говорите, ему на вас наплевать. Да? Вы все это знаете, вы это видели в жизни и, наверное, именно так и оценивали, только никогда это не классифицировали. Так вот, если вам нужен универсальный инструмент, то самое главное – это разделить вот эти вот объекты на объекты воздействия и объекты, восприятия. То есть есть объекты, на которые человек не может никак воздействовать. Например, с собеседником он может найти общий язык, попросить его что-то сделать или заставить. Одушевленные – это объект воздействия. Неодушевленные предметы, в данном случае, это объект восприятия. Они тоже являются иногда очень важными объектами. Для чего? Если вы диагностируете мысль, с которой человек пришел, он своими глазами показывает, что его заботит на данный момент. Например, человек шел колоть дрова. Вы его остановили, и он постоянно смотрит на эту самую поленницу и ждет, когда же вы его туда отпустите, понимаете? Это такая простая вещь, но считывается она только в контексте. Если вы видите, соответственно, предыдущее движение человека, слышите, что он говорил до этого, если вы это связываете воедино и смотрите на направление его взгляда, вы можете это понять. Если вы можете это понять, если это то, что ему нужно, то в данный конкретный момент, во-первых, не стоит ему препятствовать, может быть, имеет смысл ему помочь, да, соответственно, или перевести разговор на ту тему, которая его сейчас заботит, а потом из нее уже вывести, соответственно, на ту тему, которую вы хотели. Понимаете, да? Но для того, чтобы взять внимание, нужно сначала увидеть, что его действительно интересует. Понятно, да? Также существует так называемая система невербальных команд. Система невербальных команд также работает с глазами, с направлением движения глаз. Она работает примерно по тому же принципу. То есть человек, который хочет, чтобы что-то произошло, с помощью глаз определяет объекты и с помощью внутреннего действия, о котором я вам уже рассказывал, вкладывает то количество необходимых усилий, агрессию или наоборот благость, благое какое-то восприятие по отношению к одушевленному или неодушевленному предмету. Например, вот камера стоит, и мне не очень нравится, потому что она на меня смотрит. И я это могу постоянно показывать. Да? И когда человек подойдет и уберет, я буду очень благодарен. Да? То есть вот этот маленький момент – это попытка управлять невербальными каналами. Она распространена, и опять-таки, соответственно, вы все это знаете, но никто это никогда не тренировал.